Представьте, что вы моделируете столкновение двух галактик. Каждая галактика в нашей модели – это просто скопление взаимодействующих частиц. Рассматривая различные конфигурации модели, вас интересуют следующие характеристики. Центр масс, кинетическая энергия и угловой момент. Значение каждой из этих характеристик необходимо вычислить как для целой системы, так и для каждой галактики. На первый взгляд кажется, что для вычисления этих различных характеристик необходимо реализовать три совершенно разные функции. Но если присмотреться, окажется, что у этих функций много общего. Для начала рассмотрим более простой пример. Допустим, нам дали список чисел и попросили вычислить их сумму. Конечно, мы без труда можем реализовать такую функцию. Она принимает на вход список чисел и возвращает число. Сумма пустого списка 0, а сумма непустого списка – это первое число плюс сумма хвоста списка. Мы отлично справились с заданием, и теперь нас просят посчитать сумму квадратов. Мы создаем новую функцию, сумма пустого списка опять равна нулю, сумма непустого списка равна квадрату первого числа плюс сумма квадратов хвоста списка. Отлично! Но теперь нас просят посчитать сумму кубов. Мы, конечно, идем и пишем еще одну функцию. Сумма пустого списка равна нулю, сумма непустого списка равна кубу первого элемента плюс сумма кубов хвоста списка. Пока нам не выдали очередное задание, мы замечаем, что в этих функциях много похожего. Действительно, все функции имеют одинаковый тип, а реализация отличается лишь тем, что мы делаем с каждым числом списка. В первом случае мы ничего с ним не делали, во втором случае мы возводили его в квадрат, а в третьем – в куб. Мы можем перенести степень в параметр, чтобы получить единую функцию, которая заменит три предыдущие. Эта функция будет принимать на вход степень, список чисел и возвращать число, сумму чисел, возведенных в заданную степень. Однако теперь нас просят посчитать среднее квадратичное отклонение для списка чисел. Среднее квадратичное отклонение – это корень суммы квадратов отклонений, поделенный на количество чисел в списке. Значение под корнем очень похоже на то, что нам уже приходилось вычислять, но теперь нам требуется отнять от каждого числа среднее значение, прежде чем возводить в квадрат. Мы можем написать отдельную функцию для суммы квадратов отклонений. Для пустого списка сумма 0, для непустого квадрат отклонения первого значения плюс сумма для хвоста списка. Здесь мы снова видим, что реализация отличается от наших предыдущих функций только тем, что мы делаем с каждым значением в списке. Может быть, стоит вынести то, что мы делаем с каждым значением, в параметр? Мы можем записать любое действие над числом в виде функции из числа в число. Например, возведение в квадрат можно записать как сечение операции возведения в степень. Для вычисления квадрата отклонения мы можем использовать лямбда-функцию. Теперь мы можем переписать нашу функцию с тем, что мы делаем с каждым значением, в качестве аргумента. Для пустого списка мы по-прежнему возвращаем 0, а для непустого списка мы применяем заданную функцию к первому значению списка и складываем суммы хвоста списка. Таким образом, функция sumWith принимает на вход два аргумента. Функцию преобразования f и список чисел, а на выходе мы получаем снова число. Функции, принимающие на вход другие функции, называются функциями высшего порядка. Такие функции бывают очень полезны, и в нашем случае функция sumWith позволила нам заменить 4 другие функции. Действительно, мы можем рассчитать сумму чисел при помощи sumWith, передавая тождественную функцию в качестве аргумента. Тождественная функция id ничего не делает со своим аргументом, возвращая его в том же виде и позволяя нам получить просто сумму чисел. Рассчитать сумму квадратов можно, передавая функцию возведения в квадрат. Рассчитать среднее квадратичное отклонение можно, используя лямбда-функцию, вычисляющую квадрат отклонения. Интересно, что, используя функцию sumWith, мы можем также вычислить длину списка. То есть можно подобрать такую функцию g, что sumWith g будет вычислять количество чисел в списке. Попробуйте самостоятельно найти такую функцию. Функция sumWith оказалась очень полезной, но она делает два дела одновременно. Во-первых, она применяет заданную функцию к каждому числу в списке, чтобы получить слагаемые. А во-вторых, она вычисляет сумму этих слагаемых. Оказывается, мы можем представить функцию sumWith в виде комбинации двух функций, каждая из которых будет делать лишь одно дело.
Первая функция будет просто считать сумму чисел. Это функция sum, которую мы реализовали еще в самом начале. Вторая функция будет применять заданную функцию каждому числу в списке и возвращать новый список, который мы передадим на вход функции sum. Итого, функция sumWith оказывается комбинацией двух простых функций – sum и map. В действительности, sumWithF является композицией функций sum и mapF. Реализация функции map не сильно отличается от функции sumWith. Пустой список остается пустым, независимо от функции преобразования. А для непустого списка мы применяем функцию к первому числу, рекурсивно применяем mapF к хвосту, и полученные выражения являются новыми головой и хвостом списка. Давайте на секунду забудем сигнатуру типа функции map. Мы можем построить тип функции, опираясь на реализацию. Мы видим, что у нее как минимум два параметра – функция f и список. Мы также видим, что результат функции тоже список. Мы пока не знаем тип элементов ни для входного, ни для выходного списка. Обозначим тип элементов входного списка переменной a, а тип элементов выходного списка – b. Заметим, что функция f имеет один аргумент. Также заметим, что функция f применяется к элементам входного списка, а результат ее применения составляет элементы выходного списка. Выходит, тип аргумента f – это a, а тип результата – b. Итого, функция map принимает на вход любую функцию из a в b, список элементов типа a, и возвращает список элементов типа b. Поскольку a и b – переменные типа, в месте применения функции map мы можем подставить любые типы. Например, чтобы посчитать сумму квадратов, мы можем использовать комбинацию функций sum и map. Поскольку функция sum принимает на вход список чисел, а функция возведения в квадрат переводит число в число, в этом месте в типе функции map обе переменные заменяются на double. Но мы можем использовать map и с другими типами. Например, если нам дан список слов, мы можем посчитать длину каждого слова при помощи функции length. В этом случае переменная a заменится на string, а переменная b на int. Способность функции быть использованной с разными типами называется полиморфизмом. Вид полиморфизма, в котором используются переменные типа, называется параметрическим полиморфизмом, потому что значения этих переменных также являются параметрами функции, но в отличие от аргументов значений, эти параметры определяются автоматически в месте применения функции. Функция map является одной из наиболее часто используемых функций. И неудивительно, мы видели, что она является основой для многих функций, которые делают что-то с каждым элементом списка. Вернемся к моделированию столкновения галактик. Точки и вектора представлены в нашей модели кортежами из двух координат. Каждая частица представлена значением типа particle и содержит данные о своей массе, положении и векторе скорости. Чтобы рассчитать центр масс системы, нам необходимо реализовать функцию, принимающую на вход список частиц и возвращающую положение центра масс. Центр масс – это взвешенная сумма положений частиц. Вес положения каждой частицы – это отношение ее массы к общей массе системы. Чтобы вычислить массу системы, нам необходимо вычислить сумму масс всех частиц. Другими словами, мы должны получить массу каждой частицы и затем сложить их. Теперь, чтобы рассчитать центр масс, мы считаем сумму взвешенных положений. Иными словами, для каждой частицы мы считаем ее взвешенное положение, а затем складываем получившиеся вектора. Как видим, функция map пригодилась нам дважды при расчете центра масс. Перейдем к кинетической энергии системы. Тут все проще. Кинетическая энергия системы – это сумма кинетических энергий частиц, составляющих систему. А кинетическая энергия одной частицы – это масса на квадрат модуля скорости пополам. Значит, чтобы рассчитать кинетическую энергию системы, мы должны рассчитать кинетическую энергию каждой частицы, а затем все сложить. Угловой момент системы – это сумма угловых моментов всех частиц относительно центра масс системы. Я уверен, вы без труда сможете самостоятельно реализовать подсчет углового момента. Небольшая подсказка. Поскольку мы оперируем в двух измерениях, вместо векторного произведения достаточно использовать косое, потому что вектор углового момента всегда будет направлен перпендикулярно плоскости моделирования. Ссылка на проект с моделированием галактик находится в описании под видео. Успехов!